Шеф-повар Максим Григорьев. Салат с красной фасолью, сыром и помидорами. Этот сытный и вкусный салат особенно понравится мужской половине. В нем идеально сочетается консервированная красная фасоль с копченой колбасой, яйцом и помидорами. Сыр придает салату нежный вкус, а чеснок добавляет пикантности. Такой салат можно приготовить на завтрак или ужин в выходной день, а также разнообразить им праздничный стол. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Колбаса копченая 100 грамм рам. Майонез 100 грамм рам. Помидоры 2 штуки. Сыр твердый 80 грамм. Фасоль красная консервированная 200 грамм. Чеснок 3 зубчика. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для приготовления салата нам понадобится красная консервированная фасоль, варено-копченая колбаса, яйца, твердый сыр, чеснок, помидоры и майонез. Если помидоры мелкие, как у меня, то следует взять 4-5 штук, если крупные, то один будет достаточно. Шаг 2. Нарезать помидоры соломкой. Лучше взять плотные помидоры, чтобы с них не было много сока. Шаг 3. Яйца сварить, очистить и нарезать соломкой. Шаг 4. Нарезать соломкой колбасу. Можно также для этого салата использовать ветчину. Шаг 5. Соединить в глубокой миске помидоры, яйца, колбасу, красную фасоль и натереть на терке сыр. Шаг 6. Добавить майонез и выдавить чеснок. Шаг 7. Хорошо перемешать все ингредиенты. Если понадобится, добавить соль и перец. Салат выложить в красивый салатник и украсить по желанию. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.